Всем привет, друзья, с вами я, Никита, и сегодня мы играем в Jackbox Party 2, M-потреблен. И со мной сегодня ребята, поздоровайтесь. Всем привет. Где следующий? Почему нету никого? Я в первую ел. Ну-ка, и со мной сегодня ребята, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет! С Новыми годами! Всем халло! Ислам! И всем привет! И все эти ребята со мной будут играть в M-потреблет! Ну что, погнали? Как вы помните, мы с семьей и мистер Стивом, мы очень... Мы с ним поссорились! Но мы привет. Добро пожаловать в M-потреблет. Я Батя, и сегодня я буду вашим ведущим. Костер хотел меня сломать. Сейчас я зачитаю вам правила игры. Каждый раз, когда судья выбирает вас, вы получаете один балл. Игрок, который заработает 3 балла раньше всех, победит. Все, кто не в игре, могут присоединиться к зрителям в любое время, просто введя код комнаты на экране. Делаешь бокобра. Если хотите с нами, то заходите в наш Discord-сервер. Который останется под роликом. Так, на самом деле, сейчас, тему убирает Коспер, все молчим. Универсальная фраза, которую должен использовать каждый преподаватель в своих лекциях. Выбирайте звуки с умом. Мне универсальная фраза, которую должен использовать каждый преподаватель. Здравствуйте, вас приветствует ответчик скайпа. Тихо. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите. Кстати, маты запикивай. Бра. Ну, еблан, ты тупой. Откуда ты там взялся? Осуждаю! Кто это выбрал? Не я! Судья, пора судить. Осуждаю. Вы знаете что? Да пошли у всех! Судья сделал свой выбор. Давайте послушаем. Я успел. Осуждаю, Коспер! Кто это был? Осуждаю, Чизи! Ты аниматянка, тебе можно. Выбирай следующую игру. Ой, сразу я. Ой, еще мистер. Если кто-то найдет такой же звук, как у меня второй. Если кто-то найдет такой же звук, как у меня на втором, тогда вам повезет, вы везунчик просто, если вы найдете такой же звук. Ты не успел выбрать тему. Раз ты не можешь даже тему выбрать, тогда я сделаю это за тебя. Же. Ребят, все, тихо. Задание на игру не звучит следующим образом. Новая песня Эдуарда Сурового. Нет, блин, Сурового. Игроки, выбирайте ваши звуки. Новая песня Эдуарда Сурового. Мы не тоже в домашнем. Тихо. Ну-ка, что там кто выбрал? Мы строили. И наконец построили. Это статуя Великого Отечественного СССР. Нет, я не... Спидрам по башняда. Держи арбуз. Это черный котик, я знаю такой мем. Я знаю. Тихо. Машина убила. Ну как там, кто же победит? Я этот мультик. Арбуз.
Я бы выбрал какую-то вещь, но из-за этого я просто... Судья принял решение, и это... Ну как там с деньгами? Сава. Блин, я обожаю. Я мистер Крабс. Я люблю деньги. Я ненавижу... Я бы выбрал Валеру Туруруру, если бы этого не было. Победа за тобой, наслаждайся. Тебе повезло очень. А вот и судья. Выбирай задание на раунд. О, игра с три. Я. Давай выбирай самое мощное, я тебя разорву по частям. Внимание, тема. О, я сразу выберу. Боевой клич этого игрока. Опа. Пора выбирать два звука. О, не торчи, не ты. Боевой клич. Блин, я не помню, какой я пощёл. Боевой клич этого игрока. Думаете, это смешно? Лови аптечку. Ооо, какой звук был! Ошибка, стоп, 0-0-0-0! Ну, Илья, ты знаешь, что убирать. Из губки был. Без перчатка, не выходить. Нет, нет! Молодец! Нет! Да, одобряю. Да это же боя! Согласен. Таких приколов я не видел еще, парни. Я подумал, что это... Я подумал, что это... Судья, настал твой черед. Дайте мут, мистер Чизу. Не надо. Он орёт на меня. На кого? На меня. Судья принял свое решение. Выигрышное сочетание звуков это... О, почему? Ошибка, стоп, 0-0-0-0! Ты заработал целый балл. Почему не меня? Поздравляю. Никитос, тебе очень повезло. Будет? Ага. Бомжары. Выбор за тобой. Почему не мой? Бомжары. А зачем? Портал 2. Портал 2 скатился. Портал 2. Портал Reloaded. Тихо. О, новое приветствие геймеров. Выберите два подходящих звука прямо сейчас. Выбираем тему. Я тоже. Знаешь, звучит как идея. Нет. Тебе весело, а мне нет. Нет. Осторожно, двери закрываются. Могут отломать пальцы. Спанч Боб, Сквэр Пэнс. Па-бэм-та-бэм. Ну, очень интересно. Судья, твой ход. Илец, ой, Матвей, ты знаешь, что выбирай. Нет, не Матвей. Матвей, Бомжаров. Матвей Бомжаров. Матвей, с каких пор ты докатился до такого? Судья выбрал наилучшие звуки, первое. А именно... Да, меня... Кто это? Знаешь... Я! Черный банан. Возможно, ты гордишься своим баллом, который только что заработал. Судить этот раунд будет... Какашки. Выбирай любую тему. Не знал, я тебя сразу. Я тоже. Оспер. Матвей, а чего ты меня выбрал? Потому что это звучит как охуенная идея. А теперь внимание, тема раунда. Мне это да вообще. Первые слова младенцев через 200 лет. Пришло время выбирать звуки. Выбирайте звуки с умом. Короче. 20. 17. Я выбрал, это просто 12. Первые слова через 200 лет. Нужно больше золота. Лови аптечку. Ой. Чи?
сел, должен был кофера дать. Да. Ладно. Заклеить тебе все дырки. Ребята, знаете что? Вот два нижних самых топовых, ну какой выбрать, я не знаю. Блин. Анна, выберу это. Решение было принято. В этом раунде победил... Малейла! Малейла! Помсер! Походу. О, кто-то лапку включил. Вот так. Егор, последний балл, и у нас всех будет по одному. А, у него и получится. Тук-тук, кто там? Вот Атус из Портала или Апстрим. Новая музыка у Ликопуза. Победный клич этого игрока. Нет, блин, проигрышный. Выбирайте звуки с умом. Короче, если Никита опять выигрывает, тогда я ну, себя покажу. Все, это клич без... Победный клич этого игрока. А где моя сосиска? Трактор! Ребята, кому-нибудь трактор выпадал? Если выпадет трактор, то это. Да помни мои слова, вам всем пипец. Егор, ты знаешь, что мы убираем? Знаешь, что выбирать. Судья принял свое решение. Выигрышное сочетание звуков это... Почему его? Теперь ты на один балл побольше. Давай, не торчи. А вот и судья. Третий спидран сейчас будет, ребят. Я третий спидран. Покажу тебе. Это съёбок уже дотрелился перед вами. Ваше задание. Когда вышел в 8.15 и пытаешься успеть к 8.00. Отмотай время обратно. Игроки, выбирайте ваши звуки. Мне кажется... Когда вышел в 8.15 и пытаешься успеть к 8.00. Полетел уже. А могу сейчас пойти в туалет, тот же звук взять. А ловко ты это придумал. Я даже сначала не понял. О, за это страйки летят! Это победит. Ну все, тут не, ну тут не проиграть. Все, ну вы знаете. Сейчас, если сейчас выберут вот это, оно это и выберут. Судья принял решение, и это... Ага, промахнулся! Он промахнулся! Я вас обманул. Это был... Егор, повезло тебе! Хоть меня! Меня... Выбор за тобой. Пожалуйста, сейчас ты найдешь там. Что такое говно? Илья, давай. 5, 4, 3, 2, 1. Тема раунда. Привет, Пупсик. Если бы у Яндекса был свой джингл, как бы он звучал? Что такое джингл?
Я не успела. Джингл, англицизм, тангл. А, это музыка. Я понял. Илья, ты знаешь, что выбираешь? Если бы у Яндекса был свой джингл, как бы он звучал? Сказочный дом. Джингл. Музыкальная или вокальная продакшн элемент управления радио или телеэфира. Тихо. Я надо потащить. Судья, твой ход. Ну, горько. Я не знаю. Илья. Илья, ты знаешь, что выбирать. Илья не знал, что выбирать. Ребят, мне первое понравилось. Судья, даже первое, где наши деньги? Давайте послушаем. А чё он умный? Ю-ху. Да, блин. Победа за тобой, наслаждайся. Смотри, говорю сразу, если я буду судьей и у кого-то будет музыка с крабами, то тот побеждает сразу. Рейв краб. Почему ты опоздал на работу? Пришло время выбирать звуки. Почему ты опоздал на работу? Мы в дерьме. Знаешь, звучит как... Идея! Миша, скажи, что ты такой умный? Был бы это я бы выиграл. Ты не ты, когда голоден. Не тормози. Сникерс. Пошёл. Я скоро тебе тоже буду играть. Я знаю, что выбирать. Матвей, вот когда вот сейчас скажут... Сейчас, возможно, наебёт, как я. Судья принял свое решение. Выигрышное сочетание звуков — это... Короче, Матвей, помнишь, что хотел... Ну, ты сказал, если бы там была вот эта, которая по центру сверху, ну, ты бы это выбрал. Короче, это мое было. Yeah. Один балл уходит тебе. Так держать. Судья... Нет, это не смотрел! Я уже не смотрел. Давай выбирай. Давай. Нашей темой будет... Какую команду можно отдать самой умной собаке в мире? Привези мне собаку! О, это точно включаю! О. Ой, и вот это включу, мне кажется, это будет норм. Ой, стоит такой, да. Я вообще топ выбрал. Поехали. Ну, это было. Я не знаю, что выбрать. Да не, ладно, выбирай, чуть нормально. Какую команду можно отдать самой умной собаке в мире? Ура. Илья, а сколько у тебя баллов? Найден. А, понял. Что со мной не так-то? Кука. Скука. Юрий будет.
8 гребаных часов спустя. Судья, время выбирать. Решение было принято. В этом раунде победил... Юрий будет, да. будет Юрий. Почему? Никита, ты мне скажи! Спустя. Илья, ты да. У меня одно... Поздравляю. Не серчись, вообще нечестно скажи. Выбирай любую тему. У меня были пираты горит во море, Эндерстейл. Я их не смотрел. Ну, поздравляю. Хотя бы Undertale. А теперь внимание, тема раунда. А, ну ладно. Два звука, которые не хотелось бы услышать контактно! В зоопарке. Хоть бы у меня был звук, пожалуйста. Хоть бы у меня был... прямо сейчас. Пожалуйста. Сука. Ой, я это вслух сказал? Мистер Чизи на первом. Мистер Чизи, короче, два самый звука, первый. Не хотелось бы услышать в контактном зоопарке. Мистер Чизи самый первый. Ой, ну Чизи, ты улетал. Ты че? Это не я, это не я. Это ты. Ну, мы потом посмотрим. Шанкун жумай сумба. Скажи перхоти, кузьми курбит болы, сумба. Если тут был спам, то я сразу выберу обезвредение. Ты чё, дурак, блядь? Ну, понятно. Нет. Дерзайте. Судья принял решение, и это... Я ненавижу это, это Никита. Илья. Внимание. Нет, это Сандра. Ведь у нас есть победитель. Кто это? Илья. Это Илья. Да. Я тебя сейчас монтировка отлупашу! Я вообще не буду играть пока. Чё, ребята? Чё, ребята, ребята, ещё катку? Нет. Я пошёл, короче, пока. Давайте ещё катку. Да не, я не хочу. Давайте вчетвером тогда. Я хочу попробовать другие режимы. А какой? Давайте другие режимы. Давай. Ну не знаю, какие там есть. И давайте, что мы еще снимаем. Тебе понравилось? А подпишись на канал. Не ленись, брат, а подпишись на канал.